В минувшую субботу площадь поселка Светлое оказалась весьма оживленной. Поддержать обвиняемого Андрея Макарова сюда пришли как светлинцы, так и жители поселка Тобольский, в котором участковый раньше работал. Здесь собрались те люди, которые знают этого участкового, которые знают его лично, которые с ним работали. Те люди, которые, у которых он был опять же участковым, даже те, которых он наказывал, даже такие здесь есть, они пришли в его поддержку. Люди все собрались его поддержать. Мы не верим, что это все было так, как это описывается, что он напал, что сбил. Мы в это не верим. Я не верю в то, что Андрей Андреевич мог так сделать. Я в это вообще не верю. В защиту участкового выступили не только рядовые жители поселка, где он работал и жил, коллеги и знакомые, но и сам глава Светлинского района. Виктор Тараканов рассказал, что лично знает Андрея Макарова и только с положительной стороны, а также высказал свою гражданскую позицию. Когда против сотрудника полиции возбуждается уголовное дело, но я думаю, что каким-то преступным элементом это может и руки развязать. Встретиться с самим участковым нам не удалось. Его супруга Светлана рассказала нам, что Андрей находится в Оренбургской больнице на плановом лечении. Госпитализация связана с давней бытовой травмой руки. Ничего серьезного не представляет. Тем временем в Следственном комитете нам сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, собирается доказательная база. Напомню, что в случае обвинительного заключения полицейскому грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Дмитрий Старостенко, Александр Кирин, служба информации ТРК «Евразия».